вас в ефірі програма «Точка зору депутата». Сьогодні є студії Максим Невенчаний, депутат Миколаївської обласної ради. Доброго вечора, Максим. Добрий вечір. Спочатку я пропоную поговорити про депутатську діяльність. Давайте. Раніше такі емоції під час сесії були лише в міській раді, а сесії обласної ради тривали спокійно. Сьогодні обласна рада теж радує такими сварками постійними. З чим це пов'язане? Удивляє, я би сказав, не радує. Дивує. Да. це в лапках. Да. Я можу сказати, що сьогодні і в городському, і в обласному совєті, в городському, мабуть, не так, а в обласному совєті зібралась, скажімо так, різношерстна категорія депутатів. Нет більшинства ні одної фракції, нет, тим більше, управляємого більшинства. І в связи з цим депутатський корпус, він перестав бути статистом, просто формально приймаючим то чи інше рішення, одобряє то чи інше рішення, яке необхідно верху. А це, по суті, сьогодні є дійсно парламентарием, трибуной для обсуждения, для согласия, либо несогласия по каким-то вопросам. И, в принципе, это привлекает внимание. Я считаю, что абсолютно нормальная деятельность депутатского корпуса, потому что сегодня, в отличие от прошлого депутатского корпуса в областном совете, мы знаем хотя бы фамилии ярких депутатов. Кого вы можете сказать из прошлого созыва ярких депутатов и какую позицию они отстаивали? Ярослав Индиков. Ярослав... Всегда на трибунах. Конечно, Ярослав Индиков. Понятно, что ваш директор, действительно медийное лицо, человек, который хорошо пишет, изъясняется. Так, собственно, и депутат активный был. Да, но сегодня мы можем сказать, что есть ряд депутатов из разных фракций, и мы можем даже сказать, за что выступают эти депутаты, что очень важно. Потому что вот, мне кажется, что достаточно правильная и нормальная деятельность. И задача депутата в первую очередь – это внести определенный вклад, определенное решение, которое позволит улучшить ту или иную ситуацию в области. В частности, каждый депутат себе, а большинство депутатов уже выбрали свое направление, которым они работают, и пытаются так или иначе его продвинуть. В частности, есть и моя деятельность, мой вклад, который мне кажется достаточно важным, и я планирую за эту каденцию, может быть, даже еще и в самом начале этой каденции, в ближайшее время реализовать эти свои начинания. Учитывая разношерстность, о которой вы говорите, принятие некоторых решений, они намного усложнились. Но все-таки, тем не менее, находить общий язык приходится. Действительно приходится находить общий язык и формировать здоровые отношения. А то, на что многие рассчитывают, депутаты, когда сверху кто-то скажет, и вот оно будет вот так, то это уже сегодня не проходит. Вы вспомните недавнюю попытку, некоторых депутатов Верховной Рады убрать главу областного совета. К ней достаточно много есть вопросов, но ведь депутатский корпус не желает ее сегодня менять. И команда или щелчок сверху, давайте ее снимать, он абсолютно не работает. Потому что депутаты сегодня уже выстроили между собой взаимоотношения. Они уже определили сферы деятельности, направлений, которые есть. И сегодня депутаты не желают разбираться в склоках, заниматься, кого-то снимать, кого-то ставить и так далее. А в большей степени заинтересованы реализовывать свои предвыборные обещания. В отличие от того вопроса, который бы связан с Соколовым, потому что человек реально не пользовался доверием. И но, только тем не менее, с первого раза его тоже не удалось. Почему? Вы что, не знаете эту ситуацию в подробностях? Я имею в виду... Удалось его снять с первого раза. Когда ставилось на голосование, вот именно на этой сессии, ставилось на голосование, было 53 депутата, я очень хорошо помню эту историю. Угу. Было 53 депутата, из них 4 было категорически против внесения в повестку дня голосования за Соколова. Вот отметьте, из 53 4 были против, 16 воздерживалось, остается 33 голоса. Но по какой-то причине счетная комиссия не могла правильно сосчитать 33 голоса. Вносится в систему Раду, опять показано, решение принято. И опять какие-то там то ли сбой, или еще что-то. То есть в действительности 33 голоса, и депутаты заявляли, что мои голоса не учитываются. И это когда на третий раз уже вышли те депутаты, которые говорят, что я голосую, а мой голос не учитывается, вот этих депутатов как раз, они заявили об этой позиции, тогда уже вопрос внесся. И заметьте,
голосование в кабинке, это было тотальное большинство, то есть гораздо больше, чем требуется голосов за снятие Соколова. Ну, я не буду сейчас парафинить этого человека, но поверьте, доверием он не пользуется никаким, потому что назначение было кулуарное. Фракции 7 человек потребовали, сверху придавили, чтобы за этого человека проголосовали. Как только договоренности эти были разрушены, депутаты постарались избавиться от этого человека, который вносил деструктив и разногласия. Сегодня этот вопрос не стоит, и сегодня депутаты занимаются вопросами, связанными с работой громады. Вот в большей степени. Ну хорошо, насколько практика внесения вопросов в день сессии распространена? Повестку дня, внесение в повестку дня. Распространяется. Как правило, это же вопрос абсолютно неправильно. Это абсолютно неправильно. В большей степени мы с этим боремся, но видите, что иногда такое случается. Я бы хотел, если можно, с вашего согласия, рассказать о тех проектах, которые я пытаюсь реализовать. Давайте. В первую очередь, мне кажется, ну, я считаю своим долгом реализовать вопрос о возврате делегированных полномочий по управлению коммунальным имуществом. Дело в том, что еще в 2000 году областной совет, вот будучи статистами формально, которые поддерживали все решения губернатора, они проголосовали за то, чтобы отдать управление коммунальным имуществом в областную государственную администрацию. Сегодня депутаты, если видят, что что-то происходит, где-то происходит разворовывание, где-то если происходит включение в объект подлежащий приватизации, где-то происходит неэффективное управление и так далее, то депутаты не в состоянии влиять на начальника управления. Они могут ее вызывать на комиссию, она отчитывается, но тем не менее основные важные решения очень тяжело принимать. Мы добиваемся сегодня, чтобы контроль за начальником управления проходил не одним лицом, главой областной государственной администрации, а целым депутатским корпусом. Тогда очень тяжело будет договариваться, что-либо порешать, как это говорится у нас. И в действительности задать вопрос об эффективном управлении коммунальным имуществом. Поэтому сейчас, конечно, испытывается сложность, потому что есть люди, которые все-таки еще формально пытаются брать под козырек и выполнять команды, но уже большинство депутатов, слава богу, что у нас есть такой созыв, именно эта инициатива исходит от депутатов и поддерживается депутатами, мы намерены реализовать и вернуть делегированные полномочия по управлению коммунальным имуществом назад в областной совет. Кстати, мы остались единственным областным советом, который до сих пор не вернул эти полномочия из областной государственной администрации. И распоряжается областная государственная администрация. А что подтолкнуло вас, собственно, к такой работе? А вы же видите сегодня, вот у нас облтеплоэнерго. Деятельность нулевая, а областная администрация не назначает директора. Ну, сегодня вроде уже как назначили, ну, вот, исполняющего вот обязанности. Вот вроде как, вы же помните, как, с каким боем, как депутаты это все добивались. Что приходят люди, они протестуют, депутаты ходят, встречаются с корпусом, рабочим коллективом. Вместо того, чтобы назначить человека, ну вы же заметите, что сегодня, если он не состоит в определенной партии, его почему-то не назначали. И поэтому сегодня депутаты дали достаточно такой, ну я могу сказать, даже бой в некоторых сессиях по другим вопросам. И областная государственная администрация, слава богу, что Алексей Юрьевич оказался достаточно трезвомыслящим человеком и не стал вступать в споры, а действительно поставил приоритет – это эффективную работу предприятия и снабжение теплом населения, а не, как это было при прошлом руководстве, ставили людей, скажем так, имеющие отношение к тем или иным политическим силам. Второй вопрос. Вы посмотрите на аэропорт. Абсолютно неэффективная деятельность предприятия. Это тоже находится под управлением. Посмотрите на транспортные предприятия, посмотрите на, забываю все время, очень сложное название, то, которое они сейчас обанкротили предприятие, ликвидируют. Не могу вспомнить название предприятия. В общем, смысл в том, что сегодня управление по коммунальной власти выходит и отчитывается все время. Вот это мы предприятие закрываем, вот это мы закрываем, вот здесь нужно дополнительные деньги, вот здесь нужно дополнительные деньги. И областной совет должен выделять деньги, то есть забрать у кого-то, а отдать деньги на предприятия, которые работают в убытке. Хотя во всех других областях эти предприятия работают с прибылью и приносят еще, зарабатывают деньги. Именно по этой причине есть такая формула, когда
принимать решение должен один человек, а контролировать несколько человек. Mm-hmm. Тогда будет эффективное управление. А у нас сегодня принимает коллективное решение, а контролирует один человек. Вот этот принцип, я считаю, крайне важным поломать. Ну хорошо, если мы говорим, например, об облтеплоэнерго, передача его в коммунальную собственность города, решить проблему? Или надо все-таки как-то вот области? Я думаю, что решение такое принято. Я думаю, что эффективное управление будет все-таки в городском совете. По той простой причине, что основные потребители тепла и основные поставщики, субъекты, которым поставляется тепло, это все-таки город. Николаев, да. Это все-таки город, да. Потому что когда-то это была действительно большая инфраструктура в советское время. Это был не только Николаев. Это было и другие города, Очаков, Южноукраинск и так далее. Потому что вот мы сегодня слышим, выходит отчитываться начальник управления по ЖКХ, и он рассказывает, в Южноукраинске мы вовремя запустили тепло. Да в Южноукраинске, даже если вы не были, там существует атомная станция, они не знают, куда девать избыточное тепло. Поэтому они запускают раньше времени. Они дольше его никак раз не выключают. Там проблем нет. И вашей деятельности не видно никак. Это просто, грубо говоря, случай. А неэффективная работа, которая в облтеплоэнерго стоит, это включить тепло и регулирование подачи тепла на максимум. Зимой люди открывают форточки, потому что им очень жарко. Просят выключить тепло, потому что идет большой перерасход тепла и необходимо за все это платить. И нам руководство рассказывает, мы ничего не можем сделать. Вот пользуйтесь этим теплом, открывайте зимой форточки, переплачивайте, потому что вот так вот нам необходимо выработать ту или иную работу. Эффективного управления нет, потому что нет контроля со стороны депутатского корпуса. А есть контроль со стороны одного человека, на которого взваливается большое количество обязательств и вопросов. И эффективность, естественно, нулевая. Ну хорошо, а если мы говорим, например, об аэропорте, решение проблемы этого предприятия, оно лежит несколько в иной плоскости. Вот как вы думаете? А оно в какой плоскости оно лежит? Эффективный инвестор. Ну, эффективный инвестор. Смотрите, там вопрос еще раз. Сегодня преподносится, искажается так, что необходимо просто инвестор. Вы понимаете, две стороны одной медали. Можно преподносить, вот есть предприятие, которое можно убить, и потом продать его очень дешево, сделать долги, продать очень дешево и сказать, мы нашли инвестора. Но ведь это не панацея. Посмотрите на Херсон, посмотрите на Одессу. Вы и задумайтесь вот над чем. И Одесская, и Херсонская область, они заинтересованы в том, чтобы посредине для развития инфраструктуры не находился Николаевский аэропорт. И делают все, что угодно для того, чтобы этот объект не работал. Наша задача депутатского корпуса исправить вот эту ложную информационную, скажем так, волну или информационный вирус. Значит, Николаеву аэропорт нужен? Это крайне важно. Его ни в коем случае нельзя отдавать военным. Крайне важно сохранить этот аэропорт. Мы очень выгодно стратегически находимся в этом месте. Большое количество людей и транспортных, и грузовых перевозок сегодня востребованы. И мы не реализовываем, потому что есть кто-то, вернее, его уже, слава богу, нет в руководстве областного совета, который искал инвесторов и хотел, я говорю сейчас о Соколове, да, и за копейки хотел это подать под благими намерениями. То есть выделить 30 миллионов сегодня, это максимум, необходимо для того, чтобы полностью запустить деятельность аэропорта, восстановить поверхность, получить лицензию, восстановить и начать работать. И рабочий сам по себе аэропорт, запустить его деятельность, включить в его в инфраструктурный вот объект, который в пути сообщения, в карту путей сообщения, чтобы он действительно стал транспортной точкой, тогда это будет гораздо дороже продать. Но инвестору невыгодно покупать такой объект. И поэтому находятся такие деятели, в том числе как Михаил Владимирович Соколов, которые расскажут, что вот мы привели инвестора и хотим за копейки ему продать. А звучит-то как инвестора нашли. А ведь этот вопрос... эффективному управлению. Конечно. Вопрос, понимаете, эффективное управление сводилось к тому, чтобы найти того, кому бы продать подешевле. Неужели это эффективное управление? И именно против этого стоит депутатский корпус. Хорошо, вы видите человека, вернее,
вы знаете кого-либо, кто мог бы действительно быть эффективным менеджером на... Нет, я не хочу заниматься никаким лоббированием, называть какие-либо фамилии. Мы сегодня хотим возлагать ответственность не на персонале, а так называемые должностные инструкции, есть порядок работы, есть поручения депутатского корпуса, профильной комиссии, что необходимо делать. А, восстановить поверхность, получить лицензию, связаться с теми или иными транспортными компаниями, запустить работу, деятельность. Для этого не нужно быть каким-нибудь очень талантливым человеком. Талантливым человеком нужно, чтобы похоронить, либо когда есть желание назначить кого-то человека, называют фамилию, что только он спасет нас, вот его чудесный приход на предприятие, спасет предприятие от проблем. В действительности же вопрос не в этом, а вопрос в том, чтобы реализовывать абсолютно банальные, простые вещи по работе предприятия. Ну хорошо. Коммунальную собственность мы с вами обсудили. Еще проекты, над которыми вы работаете? Я сегодня работаю еще над двумя важными вопросами. Это вопрос объявленной нашей властью децентрализации, которая так и не происходит. Почему? У нас происходит все, что угодно, но только не децентрализация. И второй вопрос я сразу отмечу, чтобы мы к нему вернулись. Это вопрос создания муниципальной полиции. Крайне важный вопрос. По поводу децентрализации. Что такое децентрализация? Исходя из самого названия, это что-то, что должно перестать находиться в центре. Мы говорим о децентрализации власти, это значит, что полномочия властные, они должны перестать быть сконцентрированы в одних руках, в одном центре. Так называемые демократические политические силы, они ведь выступали на Майдане, в том числе с важной идеей не давать возможность концентрировать все властные полномочия и бюджет, и возможность назначать кадровые вопросы одним каким-то человеком в центре. Потому что, вы помните, у нас было засилье донецких, даже был анекдот, когда бегали по Донецку, искали, хватали в машину и назначали на какую-нибудь должность. Сегодня ситуация, в принципе, не поменялась, потому что назначение все равно происходит по принципу кому угодно сверху. Основная задача и основная идея децентрализации – это некий процесс. Это от центра всех полномочий передать эти полномочия на места. Она, грубо говоря, состоит из трех моментов. Это финансовая децентрализация, когда деньги, которые собираются с мест, они не уходят в том объеме, который сегодня есть в Киев, а с Киева уже решат, давайте на что нам давайте тратить, и на что дать, и как дать. И сколько дать. А в большей степени оставляется на местах и иметь возможность эти деньги тратить. Это финансовая децентрализация. Второй вопрос – это кадровая децентрализация. То есть, когда, если вы вспомните коалиционное соглашение, в самом начале было, после победы парламентских выборов, было коалиционное соглашение о том, что необходимо реализовать децентрализацию, вместо областных государственных администраций реализовать эффективную модель самоуправления, сделать главу исполкома областного совета, чтобы все назначения кадровые, полиции, там, прокуратуры, МЧС, достаточно важных вопросов, они проходили назначение через исполком. Единственное, что оставлял за собой президент, это поставить префекта, который смотрел бы за тем, чтобы депутатский корпус не принял никаких антиконституционных решений. Это страховочный механизм, абсолютно нормальный. Но это дало возможность увеличить полномочия местным советам и реализовывать на благо громады, а не на благо Киева. Но ведь если это реализовать, тогда не будет полномочий в Киеве, не будет большого количества денег и не будет тех полномочий, которые у них сегодня есть. И поэтому под этой, скажем так, под этим названием децентрализации по какой-то непонятной причине проводится территориальная административная реформа, на которую почему-то называют децентрализацией. Что такое территориальная административная реформа? Есть карта области. Вот эта карта области, которая со времен Сталина появился село, район, область, вот такой территориально-административный надел. В каждом селе поставили и больницу, и школу, и клуб, и так далее, чтобы люди там в своих колхозах работали и развивались. Сегодня они возвращаются к модели до сталинской, то есть еще царской России, когда были уезд, волость, губерния и земство. Вот здесь будет школа,
Вот здесь у нас будет клуб, вот здесь у нас будет больница, вот такая у нас будет волость, ну, назовем это территориальной громадой, и изменение кроя карты будет из трех сел одна территориальная громада, и будет здесь административный центр. Здесь несколько сел объединится, будет территориальная громада. Скажите, пожалуйста, из 300 сел у нас будет их, грубо говоря, ну 80 теперь административных единиц громад. Скажите, это децентрализация, либо это территориальная административная реформа? Если становится больше, объект больше, советов становится меньше, вместо сельских советов. И по большому счету становится более концентрированным. То есть проходит централизация, так называемая, а по какой-то причине называют, что это происходит децентрализация. И у многих депутатов в том числе происходит, ну, знаете, такой когнитивный диссонанс. Люди не в состоянии понять, где же децентрализация и как это связано с объявленным курсом передачи полномочий на места. Абсолютно этого не происходит. То есть происходит вот такая вот подмена понятий. Поэтому я, скажем так, видя эту ситуацию, начал информировать общественность и призывать, и моя задача сегодня протянуть решение областного совета о том, что обратиться к Кабмину, к президенту, к премьер-министру, все-таки вернуться к обещаниям президента, провести децентрализацию, передачу полномочий, кадровую, финансовую, возможность принимать те или иные решения, которые бы развивали наш регион, там особый статус, из атомных электростанций, которые сегодня находятся на территории Николаевской области, мы получаем 1% на область. Лесниченко, глава нашей атомной электростанции, Южной атомной электростанции, вышел с предложением сделать 2%, а большая часть уходит вообще за пределы области. А там колоссальные деньги. Есть еще другие порты, которые сегодня поднимал вопрос Синкевич. Мы разрушаем дороги, мы увеличиваем транспортный поток, мы проводим здесь, вокруг нас крутится куча, скажем так, средств, а регион остается все равно без денег, а регион остается без денег, все деньги уходят в Киев. И поэтому задача сегодня все-таки реализовать децентрализацию и всячески напоминать власти о децентрализации. Вот это крайне важный момент. И более того, ну, лично я настаиваю просто сейчас, это может быть не на часе, на том, чтобы изменить территориальный административный уклад, такое провести реформирование. И мне кажется, что это гораздо было бы более правильно. Возможно, просто это не сейчас необходимо делать, потому что у людей ажиотаж, их обманули. Им сказали, что если вместо унитарного государства у нас будет федеративное государство, то это будет, ну, в общем, то это Путин нападет. И такая идея реализовывается, что если у Порошенко, ну или у власти в Киеве, забрать средства, которыми они сегодня распоряжаются, и полномочия, то, значит, нападет агрессор. Но я считаю, что это просто фикция или ловушка, которую пользуют, и которую сегодня используют наши власть имущие люди, и легковерные люди на это ведутся. А тем временем никакого реформирования не происходит, и остается та же самая модель властных полномочий, которая была до Майдана. И, кстати, в связи с этим, я тоже хотел отметить, что у меня достаточно важный проект решения, который я тоже хочу подготовить и запустить у нас такой как пилотный проект. Это, скажем так, некая попытка создать аналог муниципальной полиции. То, что сегодня, и, кстати, муниципальная полиция – это первый шаг на пути к децентрализации. Когда полномочия будут сконцентрированы не в руках лишь национальной полиции, а когда они разделятся. О чем идет речь? Вопрос правопорядка, административных протоколов, например, несанкционированных выгулов собак, нарушений там, там, несанкционированной торговли, каких-нибудь там, я не знаю, пришли, вот смотрите, недавний пример, который у нас был в городе. Люди увидели объявление, что приезжает Потап и Настя Каменских. Они прочитали, они купили билет и собирались идти на концерт. Но люди не прочитали, что страничку правого сектора в Фейсбуке или ВКонтакте, где они там переписываются, что правый сектор запретил выступать Насте и Потапу у нас в городе.
Люди приходят себе на концерт, достают ребята соки, начинают обливать, там, по-моему, Азов, правый сектор, начинают людей обливать, потому что они пришли к Потапу и Насте, а должны были эти деньги на концерт отдать в АТО. Вот. И полиция стоит и бездействует. Может быть, там другая причина была? Полиция стоит и бездействует. По какой причине? Есть нарушение общественного порядка. По факту. По факту есть нарушение общественного порядка. Полиция бездействует, и не потому, что они плохие, а потому, что они отвечают не перед людьми. Они не избираются. А они отвечают перед своим вышестоящим начальством, которое сегодня политически заангажировано. И Аваков имеет напрямую отношение к Азову. Вот. И они осуществляют вот такую вот деятельность уличного экстремизма, нарушения правопорядка, и никто не может на них повлиять, кроме правоохранителей. Если же будет создан институт муниципальной полиции и муниципальный... Он будет независим. Главный шериф, грубо говоря, он будет выбираться там каждые 2 года, то он будет понимать, что он зависит не от министра, а он будет выбираться исключительно местной громады. И его заангажированность или незаангажированность политическая будет определять его дальнейшую судьбу. Поэтому, если заангажированность вообще не должно быть. Не должно, но она ведь существует. Вы же понимаете. Вы же посмотрите попытку Авакова протащить презумпцию правоты полицейского. Люди, которые выступали, ну и выступают за Майдан, если бы Янукович это реализовал в свое время, хотя он мог реализовать, у него было же конституционное большинство и так далее, и он бы это реализовал, это значит, что люди, собравшиеся на Майдан, полиция бы их разогнала, пусть они 10 дней у них есть в суде оправдывать, они оправдались, сказали, да, полиция была не права, но их уже разогнали. И на следующий день было бы то же самое, и то же самое. И по сути мирный протест, который Конституцией предусмотрен, он бы был полностью нивелирован. Вот такой вот инструмент презумпции правоты сегодня пытается реализовать Аваков с рейтингом 1 там, или сколько у него там процент, а может быть и того меньше уже. Вот. И это крайне важно допустить. Поэтому еще раз хочу сказать, задача сегодня разделить муниципальную полицию на две вещи. Полицию, полномочия полиции на две вещи. Первое, криминал, крупные, скажем так, крупные организованные группировки, там, наркотики и так далее, оставить за центром, потому что произошло убийство, гораздо тяжелее договориться с Киевом, отсюда с Николаева, чем решить по месту вопрос. А вот, например, правопорядок, эту функцию, все административные нарушения, вот эту функцию возложить на так называемую муниципальную полицию. Но сегодня есть сложность, потому что есть законодательно, это должно проходить законодательно, сегодня не может мэр создать коммунальное предприятие и, пожалуйста, или там губернатор, и, пожалуйста, запустили в работу. Сегодня необходимо принять закон, который бы разделял полномочия и давал возможность муниципальной полиции работать. Есть уже называем муниципально варта. Он прошел в первом чтении в мае, по-моему, 2015 года. Но сегодня у нас есть громадские формования, по сути, дружинники еще в советском времени, в советского времени достались там. И на них можно сегодня переложить вот эту функцию, выделить небольшую сумму из бюджета. Вот я буду стараться реализовать в следующем году из городского или из областного бюджета. Я очень надеюсь, что депутатский корпус и губернатор, может быть, мэр поддержат это решение и создать в такой программе правопорядок небольшую сумму для того, чтобы эти дружинники могли обеспечивать, была регулярная такая вот, скажем так, единица, которая бы позволяла реализовывать, приводить в соответствие все административные нарушения, которые полиция почему-то сегодня еще не занимается. В частности, самый важный момент, который беспокоит людей, это уличный экстремизм от политически радикальных сил. Ну, насколько, в принципе, реален этот проект? Есть ли реален на 100%. То реально, есть мы можем ожидать, что уже в следующем году... Мы можем, я думаю, что это возможно, наверное, все-таки есть, когда Верховная Рада примет этот вопрос, то есть она должна принять вопрос о муниципальной полиции, и они должны принять вопрос еще о частной сыскной деятельности. Когда, вы же, наверное, тоже сталкивались с таким вопросом, когда вы приходите в полицию, полиция получает сверху, следователь, вот этот вопрос не расследовать. Я, слава богу, не стал. Ну, слава богу, что вы не стал. Ну, человек приходит и говорит, не расследовать. И он как, сколько не ходит в полицию, полиция ноль эмоций. Гораздо выгоднее человеку прийти к частному детективу, который лицензирован, ну, опять же, законодательно, чтобы это...
Он получает определенные данные, и эти данные можно заносить уже в судебный, ну, досудебное расследование, проводить параллельное расследование и устанавливать истину. Поэтому вот сегодня неработающая система правоохранителей, она приводит к такому, такой большой сложности, которую необходимо решать на законодательном уровне. Но уже на нашем местном уровне мы можем реализовывать совместно с дружинниками, которые работают достаточно долго, не вновь созданные. Потому что, помните, после Майдана там было несколько угруповань, да. Вот. На жаль, наш час вже вичерпано. Ми вимушені ставити крапку в нашій розмові. Я нагадаю, що сьогодні зі своєї точки зору на студії був Максим Невинчин, депутат Миколаївської обласної ради. На все добре. До свидания.